я знаю способ, как правильно оценить уровень ресторана, как легко оценить уровень ресторана. Я всегда обращаю внимание на винную карту. По тому редкому выбору вин, по подборке вин, можно судить о качестве ресторана хозяина. Шаверма Дурум. Довольно большая шаверма в Алма-Ате. Сетка их. Есть гамбургеры, чизбургеры, есть шаверма. Заказал ассорти шаверма с лазджаном. По ощущениям довольно остренько, закручено по-другому, лаваш другой вообще, не как наш тоненький, мягкая, очень мягкая, чуть-чуть ее подсушили, чуть-чуть, не как у нас, то есть лаваш прям вот его видно, вот мягкий, очень вкусно, то есть баланс остроты и ингредиентов в норме, и да, это не шаверма. Это дурум. Турецкая еда. Мяса очень много. И оно другое. Не кусочки, как шавермы. Какие-то типа лепешки, типа как хинкали, что ли, плоское так. Ну и, конечно, соус бомбезный. Он такой пряно-острый. Такой прям с пиком быстрым. И также быстро отпускает.